Приветствую, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Очередной обзор модели, обзор коробочки, что находится в коробочке от фирмы Моделист. Ну, как вы видите, обзор будет сегодня посвящен самолету Ан-2. В коробке от фирмы Моделист. Масштаб 1.72, каталожный номер 2072-18. Такая крепенькая коробочка. И теперь посмотрим, что находится в данной коробке. В данной коробке мы видим декали. Вот такая вот, друзья, декалька. Версия гражданского самолета Ан-2, Федерация парашютного спорта. Или как раньше в простонародье называлось ДОСААФ. Вот. Также что мы видим? Также в коробочке видим упакованный в пакет. Раз, два, три. Три литника, которые мы сейчас рассмотрим более подробно. Вот. Упаковано в пакет. И что мы здесь видим? А здесь мы видим, друзья, перепак самолета от фирмы Трумпетер. Вот. Вот такой вот литничок с корпусом самолета. Модель довольно-таки старая. 1998 года выпуска. Не знаю, как будет по стыковке. В принципе, Трумпетер мне всегда нравился. Как в простонародье мы его называем Трамп. Вот. Расшивка здесь внутренняя. Вот такой вот корпус. Довольно-таки приятный и красивый корпус самолета. И довольно приятный томиевский пластик. Ой, тут томиевский. Трумпетеровский. Ага, здесь три литника из серого пластика и один литник из прозрачного. Вот. Также, друзья, в конце видео будут фотографии. Кто хочет посмотреть подробно, можете посмотреть в конце видео фотообзор данной модели. Ну, что хочу сказать. Довольно-таки хорошая модель. Как бы не утяжен, не облоя, и всяких пакостей для моделиста я не обнаружил. Довольно-таки приятно держать набор в руках. Тоже модель несложная, надеюсь. Собираться будет хорошо. Это тоже модель планируется для детского клуба. Эту модель я трогать не буду. Оставим для лучших времен. И вот такой литник с прозрачного пластика. Ну, не сказал бы, что фонари сильно прозрачные. Но вроде бы неплохо сделан фонарь. Ну и также мы видим инструкцию. Ну, инструкция уже перепечатанная фирмой Моделист. Вот.
такая простенькая, такая простенькая инструкция. Ну, вот, как вы видите, друзья, наборчик содержит 3 литника серого и 1 прозрачного. Тоже несложный, деталей минимум. Ну, все-таки это 72-й масштаб. Спасибо, друзья, за просмотры. Спасибо за комментарии к моим работам, к моим видео. Спасибо также, кто остается со мной на моем канале. Спасибо за поддержку. Всех благ вам, друзья. Всех благ вам и вашим близким.